Всем привет! Сегодня на рыбалочку выехали на платник за судачком. Попробуем половить здесь такой пруд или речка, фиг его знает. Сегодня меня Санек привез сюда. Будем пробовать ловить хищника. Все, уже готовы. Санек пошел на разведку. Ой, блин, сейчас начнем дубасить. Ветер. Саня говорит, что у нас сегодня получится. Погода такая, как и нужно для судака местного. Ветер и солнца нет. Че, будем пробовать. Что там, Сань, будет ловиться сегодня? Прикормил. Так, что делать? Что делать? Ходить. Так, вот он где-то тут мой мост. Ходить. Сейчас у меня ноги насквозь будут. Ходи, мой мост, стоплый. О, дом развалился. Да, вот экстремальный. Ого! Главное не улететь. Тоже только практиковался. Что-то рыбы сегодня нету. Ты видел там? Так, откуда ты видел? Прям под мостом. 4. Саня первую рыбу засек. Санька, это же судак. А вот и он судак, если ты не мудак. Вот это уровень. Вот это Саня. Под берегом, что ли, взял? Да вот, видишь, это он на обычную проводку взял. Даже не на такую, не на ступенчатую. Холодный собака. Это мой был. Это термит. Под киложку, да? Да я ж их первый раз в глаза вижу. Я такой, ух, харю раздул. Я какие зубяки. Да, там мой клыкастый. Нормально. Нормальный. Его есть. Ну давай, ты его покажи в камеру, чтобы что пацаны верили. Судак, рыба обыкновенная, я какой-то. Все, есть. Начало положено. Сейчас будем долбить. В общем, один судак пока что у нас. Но я думаю, карп бесится. Надо карпа, короче, попробовать. Взял крокодила. Взял кормушек. Прикормки. Чтобы точно уже карп икру мечет. Тут под берегом столько его. Бери руками, лови. Саня куда-то ушел. Убивец судаков. Так, вон карп дохлый валяется. Тушка. Но это мелочь по сравнению с тем, что тут есть. Как бы здесь еще и не убиться. Вот такая тушка валяется. Так, судак у нас брать не хочет. Пойду закину кормачки. С
Санек уже опытный судачатник. Он таскает, уже двух поймал судаков и окуня. А мне карпы покоя не дают. Очень их тут до хрена плещется. Сейчас попробуем что-нибудь замутить. С какого-нибудь мосточка закинемся. Не знаю, есть там дальше или нет. А вон мосток. Сейчас на него встанем. Далеко бросать не буду. Там дядька карасей таскает по килограмму. Ну а мы что? Хоть с рыбой остаться надо. Ух ты! Да, берега тут, конечно, вообще лютые. Опа. Вот здесь мы и расположимся. Вот, ребята, это жопа, короче. Саня руками ловит на силиконовые приманки. Ну да, килограмм 10 есть. 10 тут стабильно. Куда нафиг? Охренеть. Вот тебе рыбалка, мать, не знаю. Все, короче, ты свою пятихатку купил. Пошли мне ловить. Снимай сапоги. Сапоги снимай. Да. Нормальный черт. Он сейчас икру мечет. Там икры нахрен. Ты банка трехлитровая. Да там такие чего баны плавают, что просто жесть. На берег выплыл, прикинь, просто на берег выплыл. Да? Пойду я тоже смотреть. Их два подплыли, я этого успел кое-как охватить. Пофигу. Ты не показывай, а то сейчас прибегу руками ловить, ну их нафиг. Да вот. Нормально. Поклевка. Пока бежал, судачков ловил на спиннинг. Здесь клюнуло, и он сидит. Опасный парень. Веса 0,2. Не знаю, как я его буду вытаскивать. Говно. Я вообще с того берега сидел и думал, все, хана, удочки нету. Смотрю, криво лежит. А он ее таскает. Хоп-хоп-хоп-хоп, он козлина. Есть, ребята, как. Санька поболее, конечно, но все равно этот хорош. Блин, подсаки нету, будем ждать. Кого? Кого ждать? Сейчас он только дымит, и все, хана. Но он уже устал, наверное, здесь сидеть. Ой, хорош. Фу. Давай, родной, иди сюда, мне тебя за кормушечку схватить. Ушел, скотина. Забросил заново. Не буду я теперь далеко уходить отсюда. Потому что ходил там. Клюет, ребята, упала. Упала шляпа. Это, короче, карась. Значит, мы не будем отсюда уходить, куда я кидал. Сейчас там мы будем ловить карпа в баню этого судака. Одного поймал судачка, одного окуня. На ушицу хватит. Щука дома лежит. Тройная уха уже будет готова. А этих мы сейчас поприкалываемся, половим. Все, ребята, жара пошла. Так я и не вкурил, короче, на что он клюнул. Насаживаю на один крючок горох с пенопластом.
На второй насаживаю пуфики чесночные. Короче, давайте первый эксперимент у нас. Чесночный пуф. Вот так. И кукуруза. Вот таким макаром. Это короткий поводок, а на длинный кукуруза. Кукурузка. И медовый пенопласт. Вот таким макаром. Будем здесь стоять, будем рыбачить еще и на судачка. На равномерной проводке я одного сейчас тоже упустил. Сегодня обидных таких сходов, блин, куча. Обидно. Судачка там и там сошел, охеренный, просто побед. И карп ушел. Это мы... на мостике или дальше? Вот на мостике. И карп ушел. Тут, ребята, прикол был. Стою на том берегу. Со спиннингом ловлю судаков. Слышу, стоит вот этот крокодил. Слышу, дзынь. Смотрю на мосток. Нету. Нету удилища. Бегом сюда. Спиннингом кое-как вытащил удочку. Вытащил вот такого вот зверя. Но лесочка тоненькая, не подготовлен я к этому, ну а делать нефиг. Леска 0,2 миллиметра. Монофил. Ох, ребята. Вот такой барбос. Хорош. Карпяка. Хвалюсь, Сань. Пока не убежал. Короче, слышал, он говорит, до полвторого. До полвторого? Да. А, лучше нормально. Говорит, ну я говорю, ну где? Ну он через 20 минут второго, говорит, можете потихоньку собираться. Так что у нас еще время есть посидеть. Говорит, на живца ловил. Ну это Ахани же. Ту смену, говорит, на трех у судака вытащил. Говорит, если есть селявку, ловите, да. Закидывайте на живца. О! Ну да. Так что вот такие у нас дела. Рыбалочка, огонь. У тебя там что, мандраж, Сань, прошел уже? Нет, как бы судаки не надо перебили. Все равно. Карп, он здоровый лобан, блин. А судак, он как-то снасть по лайтовее. Получается, судака ты тащишь. Как-то быстро, кайфово тоже. На этом барбос такой. Ах, еле-еле. Прикинь, что даже сама помощь. Карасики, ребята, карасики приплыли. Ну, для такого водоема могли бы и пожестче караси быть. У нас еще ни одной рыбалки в холостую не было, да? Это хорошо. Начало года хорошее. Блин, все болит, ничего не помогает.
Ты свернул уже спиннинг? И он лежит. Дай-ка я кину. Я ж еще не пробовал, как нормальные спиннинги кидаются. С нормальными катушками. Чувствуешь, как плетенка резко отдает, да? У меня нету растяжки. О, клюн! Чё, блин, как долбанул, я тебе. Ещё есть? Ещё есть, не? Есть, я все обошел. Я же говорю, вот такие так. За лоб, смотри как. Ёпта, я ему мозг проткнул. Это все. Нет, там нормально. Опа. Во! Вес имеется. Вот и подошел к концу наш рыбный день. Санек довольный, он идет впереди. Думает теперь, как карпа расчехлять. Ты таких карпов ловил хоть раз, Сань? Ну, первый раз в жизни такого. Ну, видишь, я вообще вижу первый раз такого в жизни. Да, конечно. Рыбалка сегодня огонь. Мне понравилось. И денег даже не жалко. Хрен с ними. Саня говорит, рыба окупилась. А Саня врать не будет. Сейчас будем рыбу смотреть. Ну и вот итог нашей сегодняшней рыбалки. Та-дам! Это вот Саня поймал на спиннинг. Это вот руками. Вообще, Саня, он браконьер. Это вот наш сегодняшний улов. Караси, щука, окунь. Короче, тройная уха и немножечко карпа. Охренеть, да? Да. Оп, с ногу. Забори его. Так, вот здесь мы сегодня рыбачили. Это называется, как называется? Степановка. Хороший, порадовал нас пруд. Так что вот такие дела. Ну, в общем, рыбалочка сегодня удалась. Сегодня, сейчас уже, сколько сейчас? Второй час времени, полвторого. У нас кончается путевка. Поэтому мы делаем ноги отсюда. Ноги. Вот. В общем, все замечательно. Всем пока!